Вот такое вот утро. 12 килограмм посылка из Болгарии. Вот девушка тащит. Моя лапочка. Ой. Да прям одни слова болгарские, так приятные. Да. Как там с мои? Грёбаным вирусом. Ну да. Ну куда поедешь? Слушай, я отдохнула, пошли. Пошли. Забирайте мои. Вот так вот. Я уже с утра. Оксаночка меня отвезла уже на почту. Я отправила Саше в Питер и Макарику в Мурманск. Бандерольчики. Смотрите, какие страшные ворота. Были черные, блестящие, а теперь от пылища. Ужас какой-то. Доброе утро, мои дорогие. А то я с вами не поздоровалась. Опять жарко будет, понятно. Сейчас пойду платить взносы всякие. Сама села, вместо того, чтобы идти в правление, опять собирать украшения для Александры. Так. Вот, сделала вчера браслет, вот такой трехрядный. Застежка тогл. И вот еще надо украшение само собрать. Мусорка приехала, грохот такой. Вот, и потом еще серьги надо сделать. Ну, сейчас потихонечку будем делать. Ой. Видно? Ну, ты не... О, видно. Ой, страусы какие. Сейчас он придет. О, Господи. Это самка. Ага. Ой. А что они лопатят? Жарко бедному. Ой. Это Марина с Сережей работают. Там такая ферма. И страусы, и поросята, и кролики. И кого там только нет. Видно, видно. Ой, перышки развиваются. Здорово выдерживают пусть мороз. Жару страдают. Конечно. Бабки даже будут. Да, бабки. Мороз до лампочки. Ну что, насмотрелась? Ага. Давай, пока. Давай. Так, ну что, получается, надо еще раз ехать в город. Что-то я не продумала с утра. Ну, во-первых, я не ожидала, что с меня сдерут столько денег в правлении. Почти 8 тысяч отдала. И еще надо платить. А я не знала. Нас как отдали в декабре в РЭС. Я плачу там за свет и плачу. А оказывается, еще нужно им 10% платить с этих сумм. Какие-то потери. Потери только у нас, у тех, кто тут живет. Вот. А с декабря там сумма приличная набежала. Так что надо поехать снять денег еще. И купить... У меня есть огурцы и помидоры, но завтра гости приедут, этого будет мало. Ну, надо купить там арбузик, дыньку, не знаю, что еще, чего-нибудь. Вот, так что уж я сейчас съезжу, позвонила Толику. В общем, СНТ – это обдиралово. Просто обдиралово.
Вот я, например, от них, ну вот так разобраться, единственное, что вывоз мусора. Вода у меня своя. За свет плачу в районную в этот. Ну, это что-то с чем-то. Я была вообще уверена, что я в том году заплатила все. Оказывается, нет. Оказывается, за 2 квартала я не заплатила. Не понимаю, почему. Они за это время сменились. Ну, кто они? Бухгалтера, наверное, да? Вот. И, в общем, короче говоря, вот и Толик едет. Ой, пылище. О, привет. Ой. Ой. Видите, какая пылища. Вон все кусты. Пыли. Фу. Фу. Машина приехала и на зубах скрипит. А куда это я пошла? А пошла я. Вон, инжирчик, гляньте, какой пыльный весь. Ой, кошмар какой. Занималась я делами своими. Звонит мне Мира. Давно я к ней собиралась. Все никак. Вот. Так что иду в гости. Да и правда, надоедает дома сидеть. Хочется с народом-то пообщаться. Правда, дело у меня навалом. Завтра гости будут. Ну ладно, я завтра с утра встану. Ну там, собственно, надо мне мою эту терраску помыть. Там пыль за это время набралась ужасно. Ну да стол разобрать, да так. Ой, видите, пыль какая. Да. Еще говорят, вот у вас рядом дорога, да у меня рядом хоть дорога асфальтированная, и пыль летит только сбоку, а тут у людей со всех сторон. А когда дождь, то грязище. Дорога-то видите какая? Яма на яме. Вот, сколько раз я по этим улицам ходила, и сколько раз я вам показывала этот домик. Но я не знала, что Мира там живет. Я ее когда спросила, я говорю, а где живешь-то? Она говорит, а домик-то вот такой. Ой, так мне вот эти кусты нравятся. Я не знаю, как они называются. Я еще в Болгарии в них влюбилась. Но они заплетают все, что можно. Вот, помните этот домик? Вон она тут посрезала. Вот. Вот сюда я и иду. Так. Ой, господи. Вот она. Вот она. Морячка. Ой, она еще сколько принесла. Да. Сумки-то. Ты не Олежку ли? Нет, нет. Любовь Николаевна. Нет. О, гляньте, какая морячка. Ой, да в моем-то украшении. Ну, да, я же хотела прорекламировать твое. Ой, ты умница. Ну, а как? Ну, а как? Ну, ж надо же. Мы же должны друг другу помогать. Правильно. Так, ну что? Раз. Смотрите, какая. Это мой испанский город. Тут, здесь у меня загорательный. Здесь мы неглиже загораем. Слушайте, смотрите, как здорово. У нее какая кухня-то.
Ну, это не кухня, так кажется, сказать. Но все равно... Типа веранды. Ой, печка какая прям. Покачаться как... желаете, пожалуйста? Господи. Боже мой, какая ты-то, посмотрите, какая. Ой, я... И покача... Ой, елка какая красивая. А что это? Я тоже думала, что елка. Пока не подойдешь поближе, не возьмешь руки. Это тис. Слушай, а как елка? Да, такая. Я еще хотела ее вырубать, ты представляешь? Обалдеть! Насажали. Всего насажали. Ну, шишки прям, смотри. Да, да. Слушай, как я удачно к тебе зашла. Вот эту ветку надо сломать. Видишь, она мне не дает ему расти, она все сдирает. Ага. Это уже сколько подпилила. Слушайте, надо же. Да, вот такая. Как елка. И форма-то какая хорошая. Да. А у нас там еще дальше что есть? Так что идите. Мир. Мы вас поудивляем. Обалдеть. Не зря я хотела давно попасть к тебе. Я же чую. Я ж чую. Смотри, какой большой. Ага, старый уж она мне. Вот этот за свою стрижку, там я тебе сейчас нарву, он выпихнулся здесь. Я здесь его не сажала, он сам вырос. Каким-то образом я с ним боролась, а потом приехала, а он весь в этом инжире. Я говорю, да что ж, дура, я с тобой борюсь. Тут действительно. Столько... И гуда хрен собой. Пришлось пересадить виноград, конечно. Он все выпихнул, и розу. Надо же. А арбузики. Любовь Николаевна, вы поглядите, урожай-то будет. А я тебе сейчас все большое, это так что мои. В огороде все так и прет. Так и прет, ты посмотри. Ты погляди, какая. Я сейчас тебе большой еще покажу. Это так моя. Я Федьке покажу. Федька, что твой арбуз растет. Он же каждое утро, всех тут ребятишек уже к нему при это самое... притащил. Слушай, а сколько у тебя участок, Соня? 5,5. Слушай, а у меня все застроено, видишь? Ну, у тебя же, да, ну, у меня, видишь, а мне достаточно. Ну, ты же живешь, а мне ведь только для лета. Я так и брала, чтобы только для отдыха. Ой, а я-то живу, у меня у самой-то комнатка малюсенькая, где я живу. А ты сейчас пойдешь дома, у меня там комнатка, вот он кажется маленький, да, шалаш. А ты сейчас войдем, посмотришь, какой там шалаш. Там. Это он я всем... его сколько раз ведь показывала, этот домик. Это я смотрела же, я же, мое, раз остановлю, так думаю, а все мне хорошо, так нравится. Дом стоит, крыша на месте. Так что, вот так вот. А это что растет? Это кабаки. О, Господи. Надо. Слушай, и деревьев глянь, сколько у тебя. У меня молодой весь сад. Я здесь был нормальный дом, но никудышный был сад. На сосну обратите внимание. Ой. Обратите внимание на нашу красоту. Вот так, видите, как у нас сосна. Вот видите, как здорово. А у меня черт что насажено. Ну, сейчас вот может... Вот внучика, видишь. Урожай, ты видишь? Внучика, урожай. О, это уже да. Видишь? Это уже арбуз. Это уже арбуз. Так что вот так вот. Хорошо, видать, ухаживает парень. А я штекли, он тебя и поливает, и все. Ну, пойдем, с этой стороны пройдем вот так. Тут цветочки посмотрим. Вот здесь у меня этот гибискус, этот такой розовый, а этот вот белый гибискус. Ага. Этот мне тоже подарили, розочки вот. Ну, розочки вообще молодые. Слушай-ка, я гляжу, ты шишек собираешь, если тебе вот таких шишек надо? Надо. Вот. Мне, видишь, надо, ну, а это как мульчировать, закрывать. А-а-а. Там лежит картон. Ну, ясно. И, ой, смотри, ты, слушай, какая у тебя красота, какая молодец-то, а? Глянь. А то вот я 7 лет, Любовь Николаевна, вот этим все занималась. Ну, я 6. Здесь сада не было, здесь не было сада. Домик я брала, потому что мужика нет, говорю, домик мне не этот самый. Землю, я думаю, уделаю. Потому что не привыкать. А сейчас мы вам гамачок, еще зону отдыха. Ой. У нас еще здесь одна зона есть отдыха. Так, ой. Идем. Вот это я понимаю, красота. Да уж прямо. Не, вот я не умею так. Красивше. У меня на другое. Ну, слушай, я хочу сказать, а я не умею, как ты делать украшения. Ну, что теперь? Ну, что теперь сделать? Ну, каждому свое записано на воротах. Да. Сравнила. Так а там так написано, я что сделаю. О, у тебя тут и так. Слушай, а почему они вот так построили, таким треугольничком? Шале такое. Шале. А камень-то какой, Господи. И кусты-то все постриженные, как нафиг. Я 2 раза, 2 раза стригла. Вот.
Мы лежим, отдыхаем, гамачки качаемся. Здесь, ты можешь ракурс сосны взять, она с этой красиво тоже. Так она вообще красивая. А ты погляди, какая у меня карликовая есть сосенка. Вот это я привезла, не знаю, как называется, мы финки на один год купили на Новый год в горшке. Представляешь, как она... И вот оно вот ему, вот извини, 6 лет, 5, 6, вот оно вот такое, ты представляешь? Так, девочки, ну-ка, вы все знаете, да. Что это фитуэта. Такое? Маленькое такое. Ага. А вот это карликовая сосна. Ой. Это я уже здесь покупала. Это она такая и будет, да? Такая по земле. Она уже маленькая. У меня здесь третий год. Ой, надо же. Вот это вот такая красавица. Ой, это прям... Вы вот посмотрите, такая. Какие у нее лапищи-то какие. Лапищи, да. Ой, как здорово. А это вот что такое? Вот это вот как акация. А вот это вот, знаешь, она вот, ты видишь, что цветет, видала, они цветут такими розовыми. Такими. Вот а как вот. Он называется? Вот не я знаешь? Забыла. Я брала и забыла. Красивые. Да. Вот у меня здесь, вот это вот тоже не было, я буду сама. И здесь был такой здоровенный, и был, значит, туалет был вон там. А я 2 года назад, что я вот... Вот я себе здесь делаю, ну как-то без условий, без удачи. Ну да. Вы извините меня, я тут себе сделала. А вот здесь душевую. И здесь у меня, вот душевую я сделала, и здесь у меня стоит, конечно, стиральная машинка. Вот. Ага, у меня вот. Тоже сейчас сын поставил. Вот видишь, как вы. Ага. Вот, все хорошо. Здесь у меня летний душ здесь и проточной горячий. У меня же ведь, это как скважины, как у тебя. У меня вот бочка. Угу. Но мне хватает, а туда еще, господи. Вам вдвоем-то с Федором-то. Конечно. Так что здорово. Пойдем сюда теперь. Ты куда? Мы видим, куда? Он был в рот, мы там ходили, теперь что он не дает. Это вот сейчас все у меня. Это белый, как лес вообще стоят. А так вообще-то, в принципе, мы здесь машину ставим. Ну да. Ворота есть. Когда Серега приезжает. Так что пойдем домой. Ты сейчас увидишь, что домик-то не маленький. Вроде так кажется, малюсечка. Сейчас чайку поставлю. Так, чай зеленый, черный какой пьешь? Черный. Ага. Не люблю я зеленый, вот никак я не привыкну. Как скажете. Мы пьем тут. Шлепы. Ой, слушай, а смотри, как он по стене, это интересно. Так слушай-ка, вот это я просто его обрезала. Ну, так я что говорю. Слушай-ка, потому что уже он уже вот такой вот здесь вот так мне не пройти. Этот, конечно, не действующий, это просто, знаешь, так. Так, имитация. Да, имитация. Ладно, о, вот это я люблю. Ага, вот тут и рога тут чьи-то висят. Бофика, кто-то забыл свои, не знаю. Нет, и вот это так, да. Так что... Слушай, прикольно. А мне нравится. Чтобы я здесь вот в доме я не делала ничего, вот как было, я вот так... живу, потому что, видишь, здесь нет обоев, вот здесь сделано вот это, потому что здесь ничего не обдирается, ничего не плесет, ничего. Ну да. И вот потихонечку мы с тобой давай залезем на второй этаж, позвоночка у меня второй этаж. Там у меня чисто, как тебе сказать, залезай потихонечку вперед, там у меня только спальные. Там у меня только спать. Ой. Вот, потихонечку. Ой, девоньки. Да. Вот так залезай. Вот. Ступеньки хорошенные, он какой толщины. Ну, это да, это уж тут. Ой. Тихонечко. Вон он. Камень, да, прям. Вот тут только спать. Там тут спальная и две на спалке. И, в общем, вот так. О, ничего себе! А я же тебе сказала, что кажется маленькая, да? А тут я... Ничего себе, 3 кровати. Да. Все. Спалка стоит. Прям... Что еще надо? Ой, слушай, а дерево-то какое денежное. Слушай-ка, я посчитала вот тут эти же рубли. Тут с Лениным-то. У нумизматов-то я посчитала по 300 тысяч. Я говорю, ёшкин кот. А дырки-то просверлены и все. А я говорю, что... Загубили, напортили-то. Надо же. Тут их много тут, слушай, ты такие-то тут даже какие-то прямо этот, очень даже, пусть может с дырками-то 300-то не дадут, конечно. Не дадут 300. Но. Надо же.
Интересно как? Обалдеть. Нормально? Кухонка маленькая. Интересный такой дом. Обалдеть. Кто-то тут жил любитель сделать из дерева. Вот смотрите, я думала, это обои. Нет. Это вот нанесено какая-то, ну, типа декоративной штукатурки. И покрашено вот так вот. Ой, а дверь-то, гляньте, а дверь-то какая на две стороны. Смотрите. Ой, обалдеть. Ой, я люблю всякие такие вещи. Да нет, сегодня, мне кажется, которые люди делают так вот. Ну, даже... Да, дом-то не только снаружи такой интересный. Ну, это вот мои рукоделочки. Да. Смотрите, какой инжир у Миры. Это не мой, который был вот такой. Тут вон какая красотень. Ну вот. Называется вечерело. Я только вот ушла от Миры. Ой. Наговорились, насмеялись. Ой, она такая веселая. Такая оптимистка. Вообще очень такой интересный человек. Знаете, не серая мышка. Совсем далеко. Не мышка. Очень активная. Молодец. Я очень люблю таких людей. От них прям заражаешься оптимизмом и какой-то волей к жизни. Ну и вообще очень интересно. Нарвала мне инжиру, заставила съесть инжир этот здоровый. Говорит, вот потом померяешь сахар, может и ничего. Я тебе тогда еще дам. И дала мне пакет шишек. Сейчас еще шишек себе насыплю. Вот. Мне надо сейчас поливать. Ой, фу. Вот это пылище меня прям... Ой. Вот так, так что иду домой. Отдохнула от дел. Наобщалась. Довольная. Привет. Ну чего ты, господи, что ты убегаешь? Поесть пришла, да? Чего-то Витя ко мне не едет. Надо же это все скосить. Безобразие-то. Ой. Голый мужчина на моем участке приехал. Вон, видите, все позарастало. Все травой заросло. Вот так. Хороший какой аппарат, да? Опа, и все.
Вот и все, и успели. Только на закат я не успела. Вот это все теперь мне завтра надо сгребать. Ой, ну слава богу, хоть скосил. А то прям полное безобразие. Обросло все. Дай бог ему здоровья. Это он с работы вырвался, приехал покосить меня. Мой добрый ангел. Ну что, мои хорошие, не успела я сегодня на закат, но простительно. Дела. Пока. Но все равно еще небушка красивая. Саша у меня там выложила видео. Ой, с Мурманском. Я еще не видела его. Ну, сейчас вот все дела доделаю, тогда пойду посмотрю. Покатил. Давайте, лапоньки мои. Ой, комаров. Как не знаю, что. Давайте, мои хорошие. Как всегда, говорю, чтобы были здоровы, даю вам установку. Будьте здоровы, не грустите. Пусть все будет хорошо. Я вон сегодня у Миры побыла, столько такую зарядку оптимизма получила, что вот вам передаю. Пусть все будет хорошо. Ну и хорошего вечера и спокойной всем ночи. Ой, кусаются как собаки страшные. Ой, давайте, зайки, до завтра. Пока-пока, мои дорогие. Обнимаю вас, целую. Всё.